Цепи, столбы и шины. С помощью этих предметов многие жители Чебоксар делают себе персональные парковочные места. Однако это незаконно. Представители районных администраций регулярно проводят рейды. В одном из них побывала и наша съемочная группа. Застолбить себе место на парковке во дворе одного из домов по улице 324 стрелковой дивизии уже не получится. С автоблокираторами сотрудники Калининской администрации справляются в два счета. Улица Шумилова, адрес другой, ситуация та же. На помощь снова приходит «Болгарка». Такие рейды проходят раз в месяц, и без улова специалисты пока не возвращались. Всего у нас более 700 многоквартирных домов в районе. Процентов 10-15 этих домов есть дворовых территорий, где установлены были граждане. Согласно правилам благоустройства территории города Чебоксар, значит, общая проезжая часть внутридомовых территорий и гостевые парковки при домовых территориях, значит, являются местами общего доступа. И запрещается установка шлагбаумов, ограждающих устройств. Штрафных санкций за нарушение этого правила пока не предусмотрено, но в будущем все может измениться. Татьяна Леонтьева, Василий Мухаметов, Республика.